Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Кузнецов Дмитрий. Сейчас мы продемонстрируем, какие таланты они в себе пытаются открыть, в том числе и таланты педагогов. Ага. Вот один сопляк из Альфа-банка попытался жизни учить клиента, как он думал. На самом деле он разговаривал со мной, сработала переадресация. Ну, быстренько-быстренько слился от греха подальше. Видимо, почувствовал, что попахивает тут порохом. Ну что, давайте, внимание, слушаем. Алло. 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 Здравствуйте, это Альфа-банк, Евгений Анатольевич, инспектор по работе с проблемой задолженности. Алексей Николаевич, кто вы? Да, простите, слушаю вас. Вы должником являетесь по двум кредитам, оплату почему нет от вас? Ой, пожалуйста, помедленнее еще раз, что вы сказали? Говорю, вы находитесь на задолженности перед Альфа-банком. Почему не производите платеж? Ну, сложно с деньгами, вот почему. То есть возможность была у вас взять кредит, как пришло время отдавать, сложности с деньгами, да? Совершенно верно. Если сложно с деньгами, тогда кредиты не берите, Алексей Николаевич. Хорошо было жить, да, за чужой счет? Не понял, вы с банка звоните или с отдела психологического давления какого-нибудь? Алексей Николаевич, вас устраивает, да, такое положение дела, то, что вы должник, взяли кредит, не платили его. Вы считаете, это в порядке вещей? Цель вашего звонка? Ну, выяснить, какое у вас есть основание не платить, ну, как я понял. Так вы выясняете, какое у меня основание есть не платить, а не пытайтесь меня перевоспитать. Я понял то, что оснований у вас нет никакого. Ну, ничего нет никакого, выяснили, все выяснили, да, нет никаких оснований. И вы решили вы решили воспитанием заняться, да, моим? А вас стоит воспитывать? Ну, вот о том и речь, стоит ли меня воспитывать? А вы начали это не спросив. То есть надо было начать разговор, стоит ли вас воспитывать? Я бы сказал, стоит либо не стоит, а вы начали с места в карьер меня воспитывать. Я вас предупреждаю, что для вас это может грустно кончиться, попытка меня воспитывать. Стоит вас воспитывать, нет? Нет, нет. Нет, почему не стоит? А почему тогда вы не оплачиваете долги? Если не стоит, вы понимаете, сразу несколько вопросов друг от друга вообще как бы независящие. То есть был вопрос, стоит ли меня воспитывать? Я вам говорю, нет, не стоит. Ясно. Собирайте всю сумму кредита, Алексей Николаевич, мы будем подавать суд на вас по 120. Отлично, вот на этом давайте остановимся. Вот это мне и нужно. Сколько можно ждать уже этого? Как это нету? Предупреждайте, с кем проживаете, подготавливайте имущество для реализации. Зачем? У вас для оплаты 2 часа. Да ладно. Слушайте, вот у меня несколько банков точно так же меня пугали, в итоге сейчас по 500 рублей получают. Не по 500, а все вместе 500 получают. Это называется обобщенное исполнительное производство. Ну, вы также там окажетесь. Подготавливайтесь, ваша позиция, я понял. До свидания, всего доброго. И вам не кашлять, юноша. Надо трубку, я никогда первую трубку не кладу. Говорю, до свидания. Я и трубку не кладу никогда, кладите вы. Или давайте дальше общаться. Может, чем-нибудь договоримся. Может, я вас повоспитываю. Алло. Да, вот такая небольшая зарисовочка. Сразу отвечу на вопрос тех, кто недавно на нашем канале и не понимает, почему надо трубку, собственно, не класть. Дело в том, что по моей информации, им засчитывается звонок, как бы прошла работа, идет в табель как бы отработанного диалога. Именно тот звонок, когда клиент первый положил трубку, ну и так далее. Могу ошибаться, эта информация, скажем так, больше не то чтобы надуманная, а на основании определенных там переговоров сделаны выводы, но она не 100%, но так или иначе. Ну, у коллекторов вот прям 100%, если они первыми кладут трубку, то им этот разговор не засчитывается. Как вы понимаете, они получают деньги за разговоры, за проведенное количество часов в общении с клиентами, с должниками, как они их у нас называют с вами. Вот, здесь то же самое получилось. Ну, а что касается всего остального, то вы тут понимаете, да, как их сразу выбивает из колеи согласие клиента на то, как на их взгляд, страшные условия, когда они декламируют свое желание подать в суд.
А выглядит это как угроза для человека, который не понимает, что да как. А на самом деле это действительно благо. И я подтверждаю сейчас слова свои в очередной раз. И в очередной раз своим, скажем так, на основании своего богатого опыта, да и вообще логики, здравого смысла, заявляю, что платить в банк в досудебном формате, как они утверждают, в добровольном, глупость глупейшая. Если у вас нет денег, если вы по какой-то причине совершили уже не одну просрочку, то выползти из этого вот кредитного болота вам вряд ли удастся, ну, за исключением там каких-то волшебных обстоятельств. Склад, наследство, огромный выигрыш, там что-то вот такое, прям не удивляйтесь. Ну, или, может быть, вы кардинально измените, собственно, манеру своего существования и найдете какую-то мега-супер высокооплачиваемую работу. Ну, то есть, такие вот малосбыточные моменты. Хотя, вообще, жизнь, ситуацию изменить вполне вам по силам. Ну, первое, что вам нужно, это как минимум подписаться на наш канал. Это сейчас для тех, кто недавно на канале только вот попал сюда и слушает, не понимает, в чем дело, да? Послушать хотя бы с десяток роликов, а то лучше и побольше, понять, либо, во всяком случае, задуматься, что же на самом деле происходит, почему многие люди совершенно спокойно живут вот с этой проблемой в кавычках и переформировали вот эту ситуацию из статуса проблемы в статус развлечения. Вот. И, конечно же, после того, как вы успокоитесь, я вам рекомендую вплотную заняться вот этой метаморфозой, превращение своей на сегодняшний день тяжелой жизни в долгах, жизни в незнании, в страхе, в нормальную, светлую, полную красок жизнь. Без долгов, без каких-то там обязательств, без каких-то переживаний и так далее. Как это может произойти? Да элементарно, нужно просто взять и законно все расставить на свои места, с помощью закона. Да, банки пускай не соблюдают законы, да, пускай наши депутаты делают вид, что им все равно на то, что вот происходит. Все это достаточно серьезная, продуманная государственная политика, загон населения в долги, чтобы население было в страхе. Ну, слово «загон» подразумевает, конечно же, второе слово, слово «стадо». Друзья мои, не обижайтесь, пока вы вот ходите и безропотно, скажем так, послушно платите в банк, вы в том самом стаде. Но самое интересное, что калитка здесь рядышком, она открыта, и любой может выйти, любой. Дело в том, что законы пишутся не для банкиров и не для депутатов, они для нас с вами пишутся. Если вы хотите, чтобы ситуация выровнялась и все было по закону, нужно пользоваться этими законами, заявлять о том, что ваши права нарушены. А ваши права нарушены. Банк нарушает закон, как только вы переступили порог этого учреждения. И подсовывает вам липовые договоры, которые потом возводят в ранг полубожественных документов, да, которые, в принципе, могут даже отменять, по их мнению, действующие законодательные какие-то акты. А вот есть договор, и все, и договор у них стоит выше закона, что само по себе может являться только лишь абсурдом и никакой правдой. Да, и мы готовы вам помочь. Если вы сомневаетесь или не понимаете, как это может произойти, я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого ролика. И это не просто сайт, а сайт с четкой, конкретной, разложенной по полочкам информацией. Эту информацию вы можете получить, посмотрев видео на нашем сайте. Там выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиан». То есть, что мы для вас сделаем, как мы вас приведем к той ситуации, когда банку будет самому выгодно отказаться от претензий. Поверьте, так и будет. Банк сам откажется от претензий, рано или поздно. Но это все произойдет в процессе нашей работы. Сколько это стоит будет? И сразу вас заверяю, что это намного выгоднее, в разы выгоднее, чем вы сейчас платите в банк. И самое главное, для многих это может быть неприступным, каким-то непреодолимым препятствием, а для многих на вот это вот условие, о котором я сейчас скажу, действительно бонусом. Как только вы примете решение встать под юридическую защиту, вот в этот самый момент вы уже свободны от зависимости вот этой кредитной, от обязательств. Потому что наше условие, как только вы подписываете договор, вы должны прекратить все отношения с банком, в том числе и финансовые.
Это одно из самых важных условий. Поэтому делайте выбор. Посмотрите видео на сайте. Для вашего удобства, чтобы вы, если не хотите рыться в описании, сейчас в правом верхнем углу видеотрансляции появится кликабельная подсказка. Вот она. Нажимайте, смотрите наш сайт и обязательно смотрите видео на сайте. После этого оставляйте заявку, и вам перезвонят наши специалисты в рабочее время. Пожалуйста, тоже особое внимание хочу ваше обратить. Справа вверху на сайте есть телефон. Забейте этот телефон себе в память ваших телефонных аппаратов и ждите звонка. Именно с этого номера будут звонить. Обозначьте себя в контактах, это как юристы компании Алиам. Ну или как угодно, просто слово юристы Алиам, просто слово Алиам. И ждите звоночка. В рабочее время вам перезвонят. Пожалуйста, не пропустите звонка. У нас очень много заявок, и поэтому, если вы первый раз пропустите звонок, то потом придется опять ждать второго звонка. Так что здесь вот такая ситуация. Еще очень рекомендую тем, кто хочет со мной поближе познакомиться, узнать, кто я такой, что, чем я занимаюсь. Посмотрите обращение на нашем канале. Видео обращение Кузнецова Дмитрия, руководителя компании Алиам, к посетителям и подписчикам канала. Вот сейчас справа вверху опять на странице трансляции выйдет кликабельная подсказка, и она вас перенесет. Если вы на нее нажмете, перенесетесь на плейлист, где выложены все мои обращения к людям. Ну и само собой, ставьте лайк, если ролик понравился, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Хочу обратить ваше внимание, что у нас есть группа ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика есть. Вступайте в группу, там все наши ролики дублируются. Конечно, репост в соцсетях, друзья мои, а без этого никак. Пускай как можно большее количество людей узнает о нашей деятельности. Именно не для того, чтобы повысить наши доходы, а для того, чтобы как можно большее количество людей успокоилось и стало жить нормально. Потому что наш канал – это некая обезболивающая таблетка. Ну, еще раз напомню, посмотрите, пожалуйста, видео на сайте. Еще раз справа вверху подсказочка выходит. Вот она. Ну и всего вам хорошего, хочется пожелать счастья, здоровья, финансового здоровья вам и вашим близким. Как говорится, включайте всегда мозги, не верьте голословным заявлениям банкиров, всегда все проверяйте. Закон, друзья, на нашей с вами стороне, и мы знаем, как этим законом пользоваться. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алиам. Всего вам доброго. До свидания.